Всем привет, дорогие друзья! С вами Енот и Арчи. Это клуб настольных игр «Мир в коробке». И сегодня у нас на распаковке настольная карточная коллекционная игра Magic the Gathering, колода Командера из выпуска «Рассвет Зиндикара». Ну что, посмотрим, что там за командиры. Друзья, впервые на нашем канале распаковка Magic the Gathering. Набор Командера. И сегодня мне помогает, как вы поняли, мой друг и товарищ Юра, который что-то знает про эту игру, немного знает, но он больше специализируется по верстачу, но тем не менее мы попытаемся распаковать и посмотреть, что же содержит вот такая вот красивая коробочка. Так, здесь заклеено, что прям немного страшно. Но вот здесь вот легко отклеилось, а здесь тяжелее. Так, и вместе с вами мы вскрываем. Пол коробки пустые, ну да, прям как у всех, а может быть и не пустые. Там внутри еще одна коробочка идет, потом колесо жизни и еще маркеры существ. Как это достать? Это, оно, наверное, еще снизу нужно открыть. Опять неправильно вскрыли. Нет, оно в любом случае, это где-то еще сбоку нужно открыть. Да ну блин, нет, сбоку не может. Здесь почему? Явно сверху и снизу надо открыть и как-то вытолкнуть эту штуку оттуда. Подожди. Вот эта штука высовывается, ага. То проталкивается. Так, вот, мы, короче, вынули кое-как. Опа! Есть! Есть! Фух! Итак, что же мы видим здесь? Есть рекламка, есть колесо жизни и есть коробочка, которая шла вот в этой картоночке. Коробочку можно неожиданно быстро собрать. Раз, два, три. И это круто, что в МТГ идут вот такие вот коробочки. Их можно красиво вот так вот ровненько выставлять на полочку. Далее, некое колесо жизни. Оно легко крутится, и оно двухстороннее. Карточка из вот этой вставки, она, по идее, игровая. И она фольгированная, фойловая, так сказать. Есть инструкция. Научись играть в командеров. Точнее, не инструкция, а правила. Нет, скорее всего, это сокращенная, больше на инструкцию похоже. Ага, вот основная картинка. Ух ты! Вот это 10 маркеров. Целая гора картона. Так, это 10 неких маркеров. Чуть поближе. Да и это сюда. Что мы знаем про эти маркеры? Абсолютно ничего. Ну, друзья, смотрите, тут уж извиняемся, у нас с МТГ тяжеловато, я вообще в ККИ не планировал лезть, я вот сейчас пытаюсь в берсерка МТГ залететь, но в Харькове с этим пока что беда. У нас не так много людей играет в берсерка и МТГ, поэтому мы очень медленно и уверенно будем развивать это хобби на базе сразу двух, а то и трех клубов, если повезет. Очень прикольные арты. Мне что-то сразу напомнило World of Warcraft и Lineage. И основная колода. Причем эти колоды мне предоставили на распаковку в магазин Hobby Games. Вот. И чтобы они оказались там в итоге на игротеке. Себе я тоже планирую покупать МТГ, но после того, как я куплю два дисплея с бустерами по берсачу. Так, карточек много, у всех у них, нет, не у всех у них, сейчас, секундочку. Есть одна подсказка. На самом деле, одна из самых важных карт сейчас. Да, сейчас Юра ее зачитает, пока мы посмотрим карточки. Что ты можешь пока... Ух ты, смотрите, какая карточка. Можно ее и так играть, и так играть. Что ты можешь сказать, прочитав эту карточку, Юр? Тут популярные форматы описаны и порядок хода.
получается, популярный формат и стандарт. В формате стандарт используются колоды по 60 карт из новейших выпусков Magic. Драфт. Игроки открывают бустеры и по очереди выбирают из них карты, из которых затем собирают колоды по 40 карт. И формат командир, который мы сейчас открыли. Каждый игрок выбирает легендарное существо, которое становится командиром, и собирает колоду из 99 карт вокруг этого существа. Ух, 99 карт вокруг этого существа. Из-за этого такая плотная прям коробочка по толщине. Вот карты... Этот командир у нас имеет три стихии. Это огонь, природа и свет. Вот карты все как будто навощенные. И посмотрите, обратите внимание, на вот этих картах есть блестяшка. То есть она не если на всех. Если не ошибаюсь, это выпуск. Обозначение выпуска. Ух ты. Нет, это не обозначение выпуска. Она да, в углу. Тут... Здесь вот маленькая корона видна. Что, видите, это не на всех картах. Это какие-то особые карты. Может, это специально для этого формата, да, чтобы может отличать. Быть... Да, может, это командеры есть. Нет, командер — это вот это. Тут обун, легендарное существо. В командере может быть любое легендарное существо так стать вот, командой. У него тоже есть блестяшка. Получается, это все в теории могут быть командеры. Короче, пишите нет, в комментариях. Скорее всего, это те существа, которые могут использовать только в этом формате, в командере. Может быть. Вот такая вот небольшая распаковочка. Вот мы и провели распаковку Magic the Gathering Рассвет Зиндикара, где мы нашли целую тонну карт, крутую коробочку, счетчик, блестяшки, вообще фольгированные карты, вообще очень круто. И всего за каких-то там 4, сколько там, 4, 5, 6, за 6 долларов мы получили просто полный фарш, что очень круто. Да, МТГ это нелегкая игра и требует периодических вливаний, тут бесспорно. Но мы все понимаем, что не у всех есть много денег, чтобы покупать новое, поэтому старые редакции тоже в теме, так сказать, ретро-турниры, ретро-игры. Это для МТГ в клубах нормально. То есть не пугайтесь того, что вы не сможете вливать новые деньги в покупку новых наборов. Ну что же, теперь вы можете подписаться на нас на ютубчике, поставить большие пальцы. Также у нас ВКонтакте, в Фейсбуке, в Телеграме, Инстаграме, на двух международных сайтах, TCR и BGG. Везде мы клуб «Мир коробки» или просто «Мир коробки», потому что каждая игра — это огромный мир в маленькой коробке. Всем пока!